красота. Там Вацо. Видео YouTube. И вот такая природа кругом. Да, идем мы с питочком. Если будете на севере Норвегии, я рекомендую приехать вот сюда. Какой у нас... Город. Это крепость. Средство самообороны. Там пляж. Станд. Можно приехать, и тут есть, смотрите, что отдохнуть, и барбекю можно сделать. И перед вами будет вот такой вид. Такой небольшой городочек. Всего тут 2000 прихожан. Но сам по себе он небольшой. Но как всегда, везде аккуратно, чисто. И прекрасный вид, видите? На берегу моря. Океана. Бранд отошел, пожарная часть. Здесь можно снять номер. Такие тут сегодня погода удалась, просто вчера душ лил. Маленькая реклама, если можно. Краб сафари тут есть. Так что на крабов поохотиться, половить. Можно сюда. Домик, сарайчик. Как у нас все. Велик тут. Незаменимый вид транспорта. Крыться не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей. Можно приехать в Норвегию и тут тебе и велик. И экскурсии, и встречи с животными, и крабовые экскурсии, все что угодно. Вот такой вот городок. Вот пляж. 25 сентября. Но не поверите, купаются люди в море. Север Норвегии, Вацо, храбрые люди, видите, купаются.
трассу там. Такой вид с вершины горы. Эх, красотища. Ждем автобуса. Он оттуда поедет. И вот, где я был. То есть здесь вот так вот автобус заезжает сюда, тюрк, разворачивается. И вон остановочка с моими вещами. Вот так вот стоим, ждем автобуса. В таком прекрасном месте. Ой, запах-то какой. Можно и по грибы сходить. Главное, автобус не прокараулить. Видите, какая природа у нас на севере. В Мурманске то же самое. Как говорят, а иногда посмотрим, как говорят. Ну, как бы да,